Рада приветствовать вас, мои дорогие подписчики, на нашем канале. Еще раз хочется поздравить всех с наступившим Новым годом, всем отличного настроения, всего самого наилучшего, крепкого здоровья, конечно же, и благополучия. Сегодня я занимаюсь тем, что буду стряпать булочки. И хочу еще сделать пампушки. У меня есть там вкусное варенье бабушкино. Там у нее 4 вида всяких ингредиентов. Я уже вам его показывала. И купила вкусную сгущенку в фикс-прайсе. Поэтому будем делать сегодня плюшечки. Тесто я завела сегодня, как всегда, сама. Тесто очень вкусное, очень пышное сегодня получилось. Прямо на загляденье. Сегодня у нас еще и рождественский сочельник. Завтра прекрасный православный праздник, Рождество Христово. Если, конечно, получится, то хотелось бы, конечно, сходить сегодня на ночную службу. Хотя бы немного постоять, поставить свечки. У нас здесь есть прекрасный храм недалеко от дома, буквально 10 минут ходьбы. Поэтому, если получится, конечно, позволит еще погода, потому что обещают опять у нас морозы за 30 градусов. Поэтому посмотрим. У меня тут еще Кирюша пострепушка, я ее посадила отдельно, потому что она мне тут помощница такая, она помогает. Сейчас я тебе дам еще тесто. Сейчас, держи тесто, Кириша. А, тебе муки надо? Давай, еще муки насыпем. Ах ты моя помощница. На, держи мукички. В общем, дорогие друзья, вот так вот. Сегодня у меня, у мальчишек, проходили соревнования по гиревому спорту в онлайн-режиме. В общем, Евгений у нас взял золото, Вадим взял серебро. Женя у нас сделал 323 подъема гирю весом 8 килограмм. Вадим сделал 221 подъем с гирей в 5 килограмм. В общем, у нас сейчас еще отменили дистанционное обучение. Мы выходим все в школу 11 числа. Также начинаются тренировки в зале, в секциях. Поэтому 11 мы выходим уже в зал тренироваться. И 15 числа будет награждение, потому что у нас здесь было перед Новым годом, по-моему, 29-го, что ли, числа у них были соревнования. Тоже так же Женя взял золото, Вадим взял на этих соревнованиях бронзу. И мы получим вот эти все медали, все эти грамоты, ребятишки у нас получат вот 15 числа. Также перед Новым годом они у меня приняли участие в соревнованиях по городошному спорту. Мы не знаем еще, какие результаты у Вадима и с Евгением, но Ярослав у нас взял бронзу, поэтому все, мы вам все наши медали, все грамоты, все покажем 15 числа. В общем, дорогие друзья, еще много чего интересного я вам покажу сегодня. Оставайтесь с нами, будет очень-очень интересно. Дорогие подписчики, вот мои плюшечки получились очень мягкие. Ребятишки уже чай с ними напились, а до булочек не добрались, потому что уже, говорит, мама, все, мы объелись. Булочки тоже, посмотрите, какие хорошие, мяконькие получились. В общем, приходите к нам на чай, буду очень всем рада. Хочу вам показать еще нашу одну такую достаточно большую покупочку. Там мы купили ребятишкам вот такую большую трехъярусную выкатную кровать. Это вот, который нам Владимир Владимирович Путин выдавал денежки, выделялись перед Новым годом по 5000. Вот мы взяли такую кровать, хотели двухъярусную взять, ну вот тоже выкатную, но у нас раз еще Кирюша, чтобы было, как говорится, втроем уже спать легли и удобно у каждого свое спальное место. Хотела, я правда заказывала голубенькие матрасики, но пришли такой более темной расцветки. Матрасы хорошие, мягонькие, такие, да, довольно толстые, что ребятишкам-то будет хорошо, мягонько будет спать. В общем, еще вот нужно будет заказать. Сегодня зайду, посмотрю на сайт. Я обычно на Симовенде заказываю. И вот эту, кстати, кровать мы тоже на Симовенде заказали. Нам она вышла что-то 8 тысяч с копейками. Ну и плюс матрасы.
Еще мы купили себе новую люстру в зал, потому что наша вообще перестала включаться, выключаться. В общем, вот это сейчас все берется. Просто, вот знаете, одним движением руки, так сказать. Раз, все закатило. Оп! И все. Мы ее поставим вот сюда. У нас, видите, здесь елка. Потом, конечно, елочка уберется. На место елки встанет кровать. Потому что, видите, у нас же здесь раньше был уголочек стоял, а здесь было кресло. Кресло мы это вместе с уголком с нашим это выбросили уже все старое. Или тоже диван. Но это уже не из вот этих президентских выплат, а с зарплаты. Папа у нас перед Новым годом побольше денежек получил, хороший месяц был. Мы взяли в такой хорошей расцветке серенький. Тут подушечки, садишься очень удобно. Он раскладывается такой хороший, прям вообще места так много. Вот эти подушки очень удобные, кстати, под голову. Вот обновили себе, в общем, диванчик тоже. Еще взяли себе люстру, сейчас вот еще, кстати, покажу. И нам еще хватило вот с этих путинских выплат и еще на новогодние подарки. Мы Анютке и Илюшке сдали. В общем, вот кто на что, а мы вот так потратили денежки. Вот, показываю вам люстру. Ну, взяли такую обычную, знаете, пятирожковую. У нас-то, конечно, была раньше с пультом люстра. А видите, совсем что-то перестало работать. Ну, конечно, еще вот эти вот от старой люстры остались дырки в потолке. Но у Славика будет выходной. И он, конечно, это все обязательно все замажет. Вот так вот вам покажу. Кстати, достала я медальницу. Покупала тут в фикс-прайсе медальницу. Вперед и только вперед. А то на наших, на двух медальницах уже места мало. У нас не хватает места. Видите, как хорошо. Мы уже обои купили в эту комнату. Хотим обои еще взять. А я вам, кстати, сейчас покажу еще кое-что, что мне мама подарила. Мне моя мама подарила венок рождественский. Она сама такую красоту делает. И на заказ, и друзьям, знакомым на подарки. В общем, еще самое интересное, что он с подсветкой. Очень симпатично выглядит такой замечательный ангелочек. Мама у меня рукодельница, что-нибудь доделает. Аня занимается рисованием. Ей баба Света подарила вот такой холст для рисования, для настоящих художников. Здесь образец, как нужно разрисовать. Сейчас я вам покажу. А сзади вот расположена палитра. Какие цвета можно смешать и какой цвет можно в итоге получить. Потому что здесь только основные цвета. Палитры у нас я что-то не нашла. Вот взяли простую крышечку. Анечка у нас, как я говорила, очень любит рисовать. Можно ее потом будет эту картину повешать на стенку в комнате. Нравится, Анечка? Анечка была очень рада. И я вам уже показывала вот эту вот картину по номерам, которую благотворители подарили. И карандашики, и восковые мелочки. Может быть, потом еще что-нибудь попозже нарисуем.